Всем привет-привет! Канал Дёди Ла ТВ. Сегодня будем открывать результат! Привет, друзья! Да, мы сегодня дождались. Наконец нам пришла посылочка. Да, очень крутая. Робот-ящерица, да? Там еще есть другие. Да, да, я покажу какие там. Есть змеи, еще динозавры есть еще. Вот такая ящерица. Очень быстрая. Да, там написано, что она бегает как настоящая ящерица. Да, сейчас откроем. Тут еще вот такая коллекция. Вот еще есть красная ящерица. Вот синюю мы купили. Еще есть динозавры и есть змеи. Я хочу динозавра просто. Ты хочешь динозавра? Да, еще змеи. Ну давай, открываем, посмотрим сейчас, что у нас представляет собой ящерица. Вот мы открыли нашу ящерицу. Да, я покажу. Вот наша ящерица, такие у нее глазки. Да, красивые. Да, вот такой мягкий хвост. Да. Такой резиновый хвост. Да. Вот она, такая мягенькая. Сейчас будем включать и смотреть. Ну, давай, Гио. Ну, сейчас будет очень трудно. О, куда она побежала? Иди, перезайте, просто мы покажем тебе. Куда она убежала? Включай ее. Лови ее. Покажи, как она должна останавливаться. Вот так, все. За голову хватаешь ее? Да. И все. Она перестает бежать. Ух, это было срочно. Что, она чуть не убежала? Да, пойдет потом все. Сломается, да? Да. Давай сейчас на полу посмотрим, да? Да, это будет ручь хотя бы. Это хорошо. Сейчас мне ее крутить. О, как она быстро бегает. Как она останавливается? За голову, да, ее хватаешь, она останавливается. Надо его помыть. Ой, рыбком нельзя, рыбком. Так. Красная. О, она бегает. Привет. Бешеная ящерица. Да, она такая хитрая. Она и туда опять идет. Тебе нельзя туда. Нет! Она на меня нападает. Ну, она так громко бегает, если честно. Да. Не как ящерица, как лошадка. Ты что, ее поймал за хвост? Да. Она от тебя убегает? Хотя я куда убегал. Ты куда убегаешь, ящерица? Нет, от нас не убежишь. Да. Давай, отпускай ее. Ой, так, сейчас я тебя сделаю. Боже мой, как она бегает. Ой. Точно, от нее столько шума. Захочешь кого-то напугать, эта ящерица ее сразу услышит. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дёди Ла ТВ. Всем пока-пока. Пока, друзья. Если вам понравилась наша вот такая робот-ящерица. О, это да, конечно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Georgian Y TV. Пока-пока.